No niin, nyt se on päällä. Jere, priet. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Как ваши дела? Отлично. Yes. Ja harjoitella nyt siis tuota kysymystä, у тебя есть? Onko sulla? Ja vastaus on, да, у меня есть. Tai sitten, нет. У меня нет. Mä kirjoitan vaikka vielä, у меня нет. У меня нет. Ja mitä? Okei, ensin tehdään niin, että sä kysyt minulta. Katso kuvia, käytä noita sanoja, kysy minulta, okei? Спрашивай. Kysy. Спрашивай. У тебя есть собака? Да. Это моя собака кувасса. На картинке моя собака. Kysy vielä, Лиса. У тебя есть дочка? Ei, kun собакаста. Ah. Joo. Tämä on siitä kysyä. У меня есть собака. Есть собака. Mitä voisit vielä kysyä koirasta? A собаке. Сколько собак лет? Hyvä. Сколько собак лет? 3 года. 3. 1, 2, 3. 3. 3 года. У меня есть собака, да, ей 3 года. Собаке. Собаке 3 года. 3 года. Yes. Okay. Nimi? Как собаки зовут? Hyvä, joo. Как собаку зовут? Kyllä, mutta mä ymmärrän, kyllä. Hyvä. Макс. Макси. Его зовут Макси. Поика. Коира. Его зовут Макс. Макси. Окей, а у тебя есть собака? А у тебя есть собака? У меня нет собака. Хорошо. У меня нет собаки. Yes. У меня нет собаки. Дочка? Еще спрашивай. У тебя есть дочка? Есть. У меня 2 дочки. Какси. 2 дочки. У меня 2 дочки. Карина и Вика. Виктория. Карина и Виктория. Кюжу Каринаста. Сколько Карина лет? Йо, сколько Карине лет? Карине 14. Или то есть 14 лет. Yes. Окей. Хорошо. Подруга. Кука он подруга? Mitä mieltä olet? Подруга. Toi tyttö kuvassa. Нори. Найнен. Подруга. Ei mitään хайва. Окей. Okay. Kato, jos mies друг. Yleensä sanotaan друг. Mutta jos nainen подруга. Ystävä. Kaveri. Joo. Sulla voi olla myös, voi olla padruga, mutta se sitä tarkoittaa, että minä jäis padruga. Joo. Yleensä pojat sanoo niin, kun esimerkiksi heillä on rakkautta tai yleensä. Joo. No voi olla joskus padruga, mutta ei ole rakkautta. Joo, se riippuu. Voit kyllä sanoa. Jos on tyttö ja teillä menee hyvin, voit sanoa, да, у меня есть подруга. Okei. Okay. У тебя есть подруга? У меня нет подруга. Hyvä. У меня нет подруги. Okei. Okay. У меня есть. У меня есть подруга, она финка. Ymmärrätkö? Joo.
Joo, у меня есть подруга одна, Jere. Одна, yksi. Одна подруга. Она финка. Она финка, но она живет в Англии, Jere. В Англии, Англия. Marat. Englannissa. Yes, kyllä. Anna живет в Англии. Kyllä. Haluatko kysyä lisää minun ystävästä? Atkuda Anna Rooda. Is Finlandia. Nimi? Как? Как она зовут? Ва, йо, как ее зовут? Ее зовут Райса. Ее зовут Райса. Кюлла, она финка. Окей. И sitten viimeinen kuva. Кошка. Кот. Кошка, jos on tyttökissa. Кошка. Ja кот. Poikakissa. Kysy minulta. Jutsibia seest koska? Нет. У меня нет кошки. У меня нет кошки. Но у меня была кошка. Была. Oli. Mulla oli. Была кошка. Nyt mulla ei ole. У меня нет кошки сейчас. Joo. А у тебя есть кошка? У меня нет кошка. У меня есть кот. Йо, у меня нет кошки. У меня нет кошки. У меня кот. Я там есть voi olla pois lauseesta. У меня кот. У меня подруга. У меня собака. Или ei tarvi sitä aina sanoa. Yeah. Yeah. Joo. У меня дочка. У меня друг. Друг, ystävä, сон ystävä. У меня нет друга. Ehkä, у тебя есть друг, Jere? У тебя есть друг? У меня друг. Sorry? У меня друг. А, есть, окей. У меня друг. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Каспер. Его зовут Каспер. Окей. Сколько ему лет? Он 17 лет. Хва. Йо, ему 17 лет. Yes. Хва. Окей. Где он живет? Где ему... он живет? Он живет? Mm. Он живет в Лахте. В Лахте. Окей. Йо. No niin, kysyt vielä minulta. Kuka tämä on? Kuva, joka on vasemmalla puolella. Ihan toi vanha mies. Muistatko sanan, jos perheestä puhutaan? Et muista. Babuska? Deduska. Deduska, kyllä. Дедушка. Йо, кука он бабушка? Мумма. Yes. Дедушка, энто ситте ойкеалла кува? Митä мелта олет? Кука тама он? Минон мой? Папа. Yes. Папа. Kyllä. Ja sitten tässä kuvassa jo, poika, кука voi olla, jos perheestä puhuta? Брат. Yes. No niin, kysy minulta. У тебя есть? У тебя есть дедушка? Нет. Нет. У меня нет дедушки. Като кошки, кошка, она, микя тай кука, кошка. Мотта у меня нет мита, кого, кошки, дедушки, бабушки и
Окей, у меня нет дедушки. А у тебя? У тебя есть дедушка? У меня нет дедушки. Нет дедушки. Окей. А бабушка? Есть? Да. Есть Да. бабушки. Одна? Одна. Одна бабушка? Яры? Одна? У меня есть одна. Одна. Окей. 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 Одна бабушка. Есть. Папа. У тебя есть папа? Да. У меня есть папа. Voisitko kysyä lisää hänestä? Как его зовут? Hyvä. Как его зовут? Его зовут Валерий. Ehkä jotain suomeksi Valtteri tai Valeri. Valeri. Haluatko kysyä lisää? Missä hän asuu? Где живо живеш? Joo. Где он живет? Он живет. Где он живет? Он живет в России. Он живет в России. Окей. Хюба. Брат. У тебя есть брат? Нет. У меня нет брата. У меня нет брата. А у тебя? Есть брат? У меня есть брат. У меня один. 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 Один брат. Окей. Окей. Йо. Сколько ему лет? 9. У меня есть брат. Ему. Ему 9. 9 лет. 9 лет. 9. Йо, 9 лет. У меня есть брат, ему 9 лет. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Эту. Йо, Эту. Кюльна. Он ходит в школу? Школа. Voitko arvata, mitä sana tarkoittaa? Skola. Skola. Koulu. Yes, kyllä. On chodit v skolo? Da. Joo, da. Kyllä. On chodit v skolo. Kiitos. A kde on živet? Kde on živet? Eto. Sivo živet v Hollola. On. Joo, on, живет, кука, он. Он, живет. Etu, живет, Hollola. Hollola, joo, kyllä, hyvä, kiitoksia. Nyt mä kysyn sinulta lisää. Kuka tämä on? Vasemmalla puolella kuva ensimmäinen. Бабушка. Yes, бабушка. Joo. Sitten oikealla, mitä mieltä olet, jos perheestä puhutaan? Sistra. Yes, sistra. Joo. Ja auto, masina. 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 Kyllä. Jere, у тебя есть бабушка? У меня бабушки. Нет бабушки. У меня бабушки. Нет, моя Эммара. У тебя есть бабушка? У меня есть бабушка. У меня есть бабушка. Окей. У меня есть бабушка. Одна? Две? Одна. Одна. Йо. А где она живет? Где она живет? Она живет в Коуволе. Коуволе, ага. Йо. А она говорит по-русски?
Она говорит по-русски. Бабушка. Siis jo... Она. Она говорит. Говорит. Бла-бла-бла. Она говорит по-фински. Ну, не. Чуть-чуть по-английски. Окей. По-русски? Не. Нет. Я... Когда она не говорит. Не говорит. Не говорит по-русски. По-русски. Ymmärrät, Jere? Joo. Anna не говорит по-русски. Hyvä. Anna говорит по-фински. И чуть-чуть? По-английски. No niin. По-фински. И чуть-чуть. По-английски. Hyvä. Окей, или одна бабушка. А как ее зовут? Как ее зовут? Ее зовут Пирья. Окей. Ее зовут Пирья. Люба. У тебя есть сестра? У меня есть одна сестра. Люба. У меня есть одна сестра. Как ее зовут? Ее зовут Эмма. Ее зовут Эмма. Сколько ей лет? 7. Ей 7. Угу. 7. 7. 7 лет. Кылла. Ей 7 лет. Она ходит в школу? Да. Хюба. Она ходит. Ходит? Ходить. Менна. Mutta me kysytään, me voimme kysyä, käykö hän koulua? Она ходит в школу? Она ходит, joo. Она ходит в школу? Käykö hän koulua? Joo, она ходит в школу. А где она живет? Где она живет? Она живет в Холлала. Окей, мы не можем. Холла. Ла. Onko oikein? On. Yes, kiitos. Она живет в Холлала. Окей. Ну не, у тебя один брат, одна сестра, одна бабушка, нет дедушки, а родители есть, Иры? Мама, да. Папа? Да. Да, окей. А где они живут? Где они живут? Они. Они живут? Где они живут? Они живут в Вуорематтила. Kiitos. Vaikea minulle tämä. Onko kaupunkin nimi vai? Joo. Joo, okei. Okay. Jere, у тебя есть машина? У меня не машина. Нет машины? Нет. Нет. Не секасин, но ei sana. Ei mitään, Jere, ei mitään. Ei vielä, ei ole aikaa vielä. Eli käydään läpi, mutta myöhemmin se on liian vaikea teema. У меня нет машины. Ole rohkea, sä hienosti puhut. У меня нет машины. 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 Yes. Ehkä tämä, no niin, okei. Okay. У меня нет машины. Хочешь? Халатка? Хочешь машину? Да. Я хочу. Хочу. Yes. Я хочу машину. Я хочу машину. Я хочу. Мина халуан. Тайси. Ага, сори. Сана. Я? Я хочу машину. Я хочу машину. Anteeksi. Tai sitten sitä ilman ja. Eli ja pois. Хочу машину. Voit sanoa. Хочу машину. Niin kuin suomen kielessä. Haluan ilman sitä. Minä. Joo. Хочу машину. Хочу сестру. Ymmärrätkö tämän? Joo. Хочу сестру.
Хочу брата. Joskus me kysytään äidiltä. Хочу сестру, хочу брата. Хочу машину. Okei. Okay. Kysy minulta autosta. У тебя. У тебя есть машина. Ере, есть. Санатка. Есть. Есть. Йо. У тебя есть? У тебя есть машина. Опа. Да, у меня есть машина. Будь еще сколько? Сколько? Ихан, будь еще куинка монта. Сколько? Сколько? Одна. У меня одна машина. Окей. Я не хочу машину другую. Мулле риттää, kyllä. Тама риттää. У меня одна машина. Окей. Hyvä. Otan nämä kaikki pois hetkinen. Noniin. Jatketaan ja mä kysyn lisää. Isä venäjäksi, muistatko? Isä. Papa. Papa. Pappa venäjäksi. Дедушка. Yes. Дедушка, joo. Ja viimeisessä kuvassa on Muppet. 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 Joo, Muppet. Kyllä. Mopo. Onko tämä mopo? On. Jere. On. Tai sitten moottoripyörä. Moottoripyörä. Onko, mitä eroa? Siis moottoripyörä, se on vaan isompi, niin kuin sillä aha, okay. Isompi moottori. Koska sitten toinen sana, kato, jos mopo, mopet, jos moottoripyörä, sitten motocykl, motocykl. Motocykl. Motocykl, joo. Sanotko, motocykl. Motocykl. Yes, tai sitten mopet, mopo. Joo. Jere, у тебя есть мотоцикл? Нет. У тебя есть мопед? Нет. Нет. Окей. Хочешь? Хочешь мопед? Хочешь? Халатка. Хочешь мопед? Да. Хочу. Хочу мопед. Я хочу мопед. Хочешь мотоцикл? Да. Хочешь? Я хочу мотоцикл. Не хочу. Anteeksi, tai хочу. Хочу. Хочу, okei. Okay. Sä haluat ihan kaiken. Okei. Okay. У меня нет. Жаль, harmi. Жаль, у меня нет мотоцикла. У меня нет мотоцикла. У меня нет мопеда. У меня нет мопеда. Жаль, Ире, харми. Позите, валит это вас. Жаль. Жаль. Жаль, я. Жаль, у меня нет мопеда. Я хочу. Я хочу мопед. Мита халуат энитен. Что хочешь больше всего? Мопед, мотоцикл, машину? Машину. Машину, кюлля. Я хочу машину. Yes. Но у меня нет мотоцикла. Не жаль, Ере. Не жаль. Маратка. У меня нет мотоцикла. Не жаль. Маратка. Като харми, жаль. Харми, харми. Mutta minulla ei ole жаль, у меня нет. Mutta minä nyt sanon не жаль. Joo. Я не хочу. Я не хочу мопед. Я не хочу мотоцикл. Я хочу машину. Окей. Okay. У тебя есть дедушка? У меня нет дедушки.
У меня нет дедушки. Он умер. Onko hän kuollut, anteeksi? Joo. Umer. Aha. Okei. Okay. Eli molemmat. Oba. Kaksi. Joo. Joo, oba. Yes, okei. Okay. Joo. No, mä en tiedä, ehkä ei tarvi nyt, mutta Umer-sana, no, kun kuollut, siis ehkä ei tarvi nyt. У меня нет дедушки. Joo, он умер. Joo, otetaan. Ei monikossa ei oteta nyt. On умер. Умер. Hän on kuollut. Hän on kuollut. On умер. Jere, у тебя есть папа? У меня есть папа. Hyvä. У меня есть. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Паси. Паси. Окей. А где он живет? Где он живет? Он живет в Ориматтила. О, Ере. Ehkä Oulussa tai... Saanko minä? Joo. Koska se olisivat Oulu. Sorry, Oulu. Okei, okay, Oulu. Joo, sovitaan, että Oulu. Anteeksi. On život Oulu esimerkiksi. Tai sitten osaat kyllä, suomeksi osaat puhua. Mm. Voit kertoa. On život ja sitten V ja toi kaupunki. Tai... Joo. On ženat? Tvoi papa. Он женат? У него есть жена? Жена. Женат? Наимисесса. Ваимо. Да. Да, он женат. Окей. Он обидит котама. Ei, kun mä muistin, että sinat on naisilla ja Samusema on miehillä. Ei, on женат. Joo, se menee just päinvastoin. Joo, kyllä. O, minä, kun ja zamužem, Jere. Ja zamužem. A ty ženat, Jere? Ty ženat? Niet. Niet. Jo. A ja zamužem. Okei. Okay. Hyvä. No niin. On monta, no ei monta, mutta on uusia sanoja. Moped, motocykl, mašina. Mä luulen, että... Sä oot kiinnostunut ehkä näistä sanoista. Ehkä. Joo. Mitä sitten? Ei tämä odota. No, kello on 6. No, onko sulla aika? Vähän. 5 minuuttia. Joo. Joo, kiitos. Odota. Aha. No niin. Nyt. Näkyykö mitä? Näkyy. Joo, okei. Okay. Kerro itsestäsi ehkä ei nyt, mutta 1, 2, 3, 4, 5. 5 ensimmäistä kysymystä on tuttuja sinulle. Sä kyllä tiedät, mitä ne kaikki tarkoittaa, mistä kysytään. Ты ходишь в школу? Nyt tiedät. Ты ходишь в школу? Или käytkö sä koulua? Ja viimeinen kysymys on, ты работаешь? Jos ei koulu, mitä voi olla? Mitä muuta? Ты работаешь? Jos aikuiselta mä kysyn vaikka. Ты работаешь? Työ. Joo, kyllä. Oletko töissä? Töissä? Oletko töissä, kyllä. Ты работаешь, Jere? Ты работаешь? Работаешь. Работаешь? Да? Нет? Ты работаешь? Окей. Okay. Я не работаю.
Я не работаю. Ты ходишь в школу, Ире? Ты ходишь в школу? Я ходишь в школу. Хва. Я хожу в школу. Хожу. Йо, ходить. Ходить. Тама вербе менна. Я хожу. Я хожу в школу. Хва кэннас он мина кэон коулуа. Эй, мина менен коулу. Я хожу в школу. Tai sitten ja uchus. Minä opiskelen, tai miten mä sanotaan? Joo. Voitko sinä sanoa, minä opiskelen koulussa? Joo. Voit. No niin. Ja uchus v skole, jos joku kysyy venäläinen sinulta. Ходишь в школу? Учишься? Да, я учусь. Я хожу в школу. Я учусь. Учусь. Joo, opiskelen. Ja uchus v skole. В школе. Я. Окей. Я не работаю, я учусь в школе. Хва. Синун перхе. Расскажи о своей семье. Нют мина эн аута суа. Ма вайн кирьоитан. Катсо кюзюмюксе. Älä луе äänен. Керро. Yritä кертоа. Jere. Кокейла. Вня. Yes, Simsa. Mhm. Minä yes, traditili. Mä muistavut Katja. Jopa. Anna ruskaa. Она не русская. Jopa. Anteeksi. Mä oon hiljainen, sorry. Mä Jivo, papa savut Pasi. Mä ja mamu sivut Riihimäki. Jos minä en kirjoita, Jere, tuota kaupunkin nimeä, sopii. Se, joo. Joo. Okei. Okay. Kun ja Adin prat i Adana Sistra. Jopa. Niin mä siivoa praatta savu Teetu. Siimu jivitlet. Sä oikeasti, sä muistatko? Muistatko? Joo. Tämän kaiken, okei. Mä ja Sistra savu Temma. Sim. Yes. Yes. Sim. 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 Yes. Sim. Mm-hmm. Бабушка, дедушка. У меня не бабушки. Jopa. Дедушки. У меня нет. У меня нет дедушки. Дедушки, йо. А бабушка? Я одна бабушка. Йо, я макирюйтан, вайка тэнне, йос халуат мэн деда. У меня нет дедушки, он умер. Йос эйка муистит, эйка эт. Куолут. Йо, кэлла, он умер. Окей. У меня есть. Voisitko toistaa, бабушка? У меня есть. Одна бабушки. Окей. Йо. А где живет твоя бабушка? Где бабушка живет? Она живет в Коуволе. Коуволе, йо. Коуволе. Йо. Она живет
У тебя есть кот? У меня есть кот. Onko sulla muuten poikakissa, tyttö vai tyttökissa? Se on kot. Okei, kot, okei. Joo, minä muistan, mikä sen nimi on. Joo, у меня есть кот. Как его зовут? Его зовут Кохи. Сколько ему лет? Ему 1 лет. Окей, 1 год. Один. Йо, 1 год. Год. 1 год, кюлла. 1 год, 2 года, 3 года, 4 года. И сейчас лет, 5 лет, 5, 6 лет, 7 лет. Йо, это... 1, 2, 3, 4 года. Я 1 год, koska 1, 1 vain. 1 год. Joo. Ja myös jos lapsi, jos sulla on lapsi, sä sanot, jemu 1 год. Eli mun lapsi on 1. Joo, okei, okay, hyvä. Jere, sulla on tosi hyvä muisti muuten. Kiitos. Joo, tosi, todella hieno muisti, että sä muistat ihan kaiken. Yes. Lopetetaan nyt, kun mä taas menen nyt tansseihin. Toinen tyttö nyt. Yes, odota. Hyvä.